сорт перца Mexican Orange Habanero. Это хабанера оранжевого цвета. Родом он из Мексики. Высота такого растения может достигать от 60 до 80 сантиметров. Срок созревания 100 дней. Вкус перца насыщенно-фруктовый. Острота от 350 до 500 000 сковелей. Это очень-очень острый перец. Необычно урожайный. Вот такие вот у меня небольшие кустики. Вот такие вот. Вот смотрите, сколько здесь, сейчас я солнышко прикрою, сколько завязало здесь плодов. Вот видите, сентябрь месяц, а он цветет вовсю. Вот смотрите, сколько цветочков у него, завязи. Очень красивый перец и очень высокоурожайный. Такой перец можно легко выращивать у себя на балконе. Он много места не занимает, 50 сантиметров, ну, если... В открытом грунте он у меня где-то сантиметров, наверное, сантиметров 40. То на балконе он будет сантиметров 30-35. Это довольно острый. Посмотрите, какой красавец. Какой цвет у него необычный. Для всех любителей сверхострого я советую этот сорт. Если обычный хабанера, у него получается 250-350 тысяч сковелей, то этот до 500 000, 500 тысяч сковелей, очень острый, очень вкусный, необычный сорт. Вот смотрите, какие кустики аккуратненькие. У него не крупные листья, мелкие, светло-зеленого цвета. Такое растение будет радовать вас урожаями круглый год. Это многолетнее растение. Видите, сентябрь, а вот цветет вовсю. Если его посадить дома, на балконе, то будет всегда с перчиком. Очень красивый, очень урожайный. Очень много плодов, очень-очень много. А тут вот еще есть такой кустик, вот смотрите. Да, плохо только, что солнце светит, ничего не видно. Вот, сейчас я попробую прикрыть солнышко. Показать вам еще, это еще один кустик. Вот такие вот перчики. Очень красивый перец. Вот такие вот плоды. Так что советую вам выращивать такой перчик у себя на балконе. Очень высокоурожайный. Выращивание этого перца не отличается ничем от выращивания обычного сладкого перца.